В Лангепасе начался эпидсезон. Особое внимание сотрудники Роспотребнадзора уделяют гриппу и ОРВИ, а также иммунизации против этих вирусов. С начала этого года в муниципалитете зарегистрировано около 16 тысяч случаев заражения острой респираторной инфекцией. На прошлой неделе в городе стартовал второй пик заболеваемости. На сегодня лечение проходит около 500 человек. Традиционно основное распространение происходит в детских коллективах. Специалисты рекомендуют горожанам вакцинироваться. В этом году от гриппа привились более 27 тысяч лангепасцев. В настоящее время у нас поступила вакцина «Совигрипп», которая трехкомпонентная, очень хорошо переносится. И эта вакцина может сочетаться вместе с ревакцинацией от ковида. То есть в один день мы можем поставить прививочку от ковида и прививку от гриппа. И пациенты будут максимально у нас уже иммунизированы. Также у нас есть наличие вакцина пневмо, которая ставится для защиты от пневмонии, но эта вакцина ставится не совместно с ревакцинацией от ковида. Мы предлагаем лицам старше 60 лет активно иммунизироваться, так как они являются группой риска. По-прежнему в числе тех, кому в первую очередь необходима вакцинация, остаются сотрудники учреждений здравоохранения, педагоги, воспитатели детских садов, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также горожане старше 60 лет.